Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как я буду себе делать крупные кудри и что нам для этого понадобится. Итак, для этого нам понадобится расческа. Далее нам понадобится вот такая вот закрепочка. Может быть, скраб тоже для волос, чтобы закрепить. И самое главное, это L'Oréal Studio Hot объем, Hot кудри. И еще, конечно же, завивалка крупная, как видите, Rowenta.
Как вы видите, в общем-то, получилась вот такая вот у нас прическа. Челку я тоже немножко подзавила. Вот так вот накрутила ее. И она получилась вот как у нас красиво лежит. Сейчас можно вот эти пряди разделить. Спасибо вам всем за внимание. Пока. Оставляйте свои комментарии и оценки.